станция Бурнаковская Нижегородского метрополитена открыта 20 декабря 1993 года в составе участка Московская Бурнаковская. Получила название по одноименному микрорайону и проезду. Однако на этапе проектирования предполагалось название Куйбышевская, по одноименной улице, или Спортивная. Станция мелкого заложения, колонного типа, трехпролетная. Имеет два подземных вестибюля. Восьмиугольные колонны выложены белым мрамором, стены выкрашены красной краской, внизу выложены красной фигурной черепицей. Пол выложен темным гранитом, пересеченным полосами белого мрамора. Бурнаковская – первая станция Нижегородского метрополитена, на которой название станции, указатели «Выход в город» и указатели станции на путевых стенах выполнены из самоклеящейся пленки. В связи с тем, что на Сормовско-Мещерской линии принято левостороннее движение поездов, на станции у въездов в тоннель установлены 4 комплекта интервальных часов, 2 из них отключены. С 1 марта 2013 года западный вестибюль открыт в течение всего времени работы станции, в
то время как раньше он работал только с 7 до 19 часов.